Ученые приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета создадут эффективный теплоноситель для нефтегазовой отрасли. Новая разработка актуальна и для всей промышленности в целом, поскольку на сегодняшний день подвод и отвод тепла остается нерешенной проблемой. В разных технологических процессах выделяется или поглощается большое количество тепла, и специалистам приходится работать с большими перепадами температур. Но создание эффективного теплоносителя поможет решить эту проблему. Исследование реализуется совместно с Институтом проблем нефти и газа Российской академии наук, РГУ нефти и газа имени Губкина и Институтом неорганической химии имени Николаева. Сейчас разработка находится на этапе лабораторных исследований. В качестве потенциальных теплоносителей изучаются дисперсии алканов в воде. У нас есть алкан, диспергированный в водной среде, это эмульсия, то есть маленькие капельки алкана в водной фазе. Когда у нас выделяется либо поглощается тепло, алкан претерпевает фазовый переход. Простыми словами, плавится, либо наоборот кристаллизуется при понижении температуры. При этом эмульсия не расслаивается, то есть система не изменяет своих свойств, остается также жидкой и текучей. И это очень удобно для подвода и отвода тепла в разных технологических процессах. Детали работы исследователи опубликовали на платформе SpringerLink. По результатам лабораторных исследований ученые приступят к промышленным испытаниям. Диана Шлинкова, Булат Садыков, Универньюз.